В микрорайоне Левобережный проверили ход капитального ремонта психиатрической больницы номер 22. Руководство учреждения, представители администрации и подрядчик осмотрели здание и прилегающую территорию. В процессе выявили мелкие недочеты. Где-то необходимо установить санузел, где-то починить дверь. Капитальный ремонт здания стационарного на 100 коек и на 1000 посещений диспансерного отделения. В настоящее время вот проводимый обход закончится тем, что мы определились со сроком лечения в ходе проводимого капитального ремонта. Капитальный ремонт здесь начали в августе прошлого года. С тех пор сроки несколько раз переносили из-за технических сложностей. Но теперь проблемы решены, работы на завершающей стадии. Сейчас устанавливают вентиляцию и системы кондиционирования. Новый современный подход – все блоки располагать внутри. Так оборудование незаметно для глаз и при этом легко в обслуживании. Но главное – условия для пациента станут более комфортными. Все внутренние блоки будут размещаться вот под фальш-потолком, там есть наверху. Вот. И микроклимат в совокупности вместе с приточно-вытяжной вентиляцией будет идеальный. Все ремонтные работы завершат к сентябрю этого года. Осенью больница сможет принять новых пациентов.